Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы на канале InstaForex TV. С вами я, Екатерина Стихина. Рынки постепенно оживают. В частности, это касается пары USD-JPY, которая открывает азиатскую сессию роста. Стоит отметить, что в канун празднования Нового года торги весьма вялые, однако выбор трейдеров все же падает на господствующую мировую валюту. Так, пара доллар-иена оторвалась от минимума вблизи уровня 117.20 и торгуется сегодня на отметке 117.32. Аналитики прогнозируют дальнейший рост пары до отметки 117.50 в ожидании публикации данных по индексу доверия потребителей США. Этот индикатор укажет на состояние ключевого сектора американской экономики, потребительскую активность, и может стать драйвером роста доллара США, в отличие от опубликованной макроэкономической статистики Японии, которая только подавила японскую иену по отношению к американскому доллару. Согласно официальным данным, потребительские цены в стране восходящего солнца в ноябре ускорили свой рост с 0,1% до 0,5%. Однако детали отчета, предоставленного статистическим бюро Японии, засвидетельствовали о сохранении дефляционного давления на японскую экономику. Базовый показатель инфляции в Японии, не учитывающий стоимости свежих продуктов питания, снизился на 0,4% в годовом выражении после аналогичного темпа сокращения в прошлом отчетном периоде. Но эксперты не теряют оптимизма относительно экономических прогнозов и отмечают, что темпы роста инфляции были замедленными в условиях падения цен на многие неэнергетические товары. Эксперты уверяют, что инфляция вернется в зону положительных значений уже во второй половине нового 2017 года. Негативную динамику показал и индекс расходов домохозяйств. Индикатор в годовом выражении опустился на 1,5%, что только указывает на отсутствие в экономике страны восходящего солнца определенных импульсов для ускорения инфляции. Торгуйте, зарабатывайте вместе с компанией InstaForex. С вами была я, Екатерина Стихина. Увидимся в следующем выпуске.